Пришло время узнать, что новенького. Отважный принц Дастан и прекрасная принцесса Тамина спасают кинжал времени в зрелищном блокбастере самого известного продюсера десятилетия Джерри Брукхаммера. Фильм «Принц Перси и пески времени» наполнен головокружительными трюками с элементами паркура. Пора узнать, что думают такие же ребята, как и ты, о паркуре, искусстве перемещения и преодолении препятствий. Итак, что новенького? Что в паркуре самое главное? Самое главное в паркуре – быстрый бег на шпильках? Нужно быть в форме. Надо все время тренироваться. Воспитывать характер и не ныть по пустякам. Вот он, мой могучий страус! Да короче, паркур, только страус. Как не упасть со страуса? А зачем мне падать со страуса? На съемках каскадеры ездили на страусах верхом и частенько падали. Я бы шлем надела. И защиту. Страус очень смешно дергает головой. Как можно использовать кинжал времени? Если бы я получил кинжал времени, у меня всегда были бы каникулы. 365 дней в году. Я бы навестила принцессу Тамину и примерила все ее наряды. Я бы отправился в Персию во времена Дастана. Как спасти красавицу? Я бы воспользовался кинжалом времени и отправил ее в будущее. А зачем нас спасать? Мы сами прекрасно умеем защищаться. У вас есть шанс узнать много нового о паркуре, страусах, кинжалах, красавицах и выиграть диск с фильмом «Принц Персии. Пески времени» и много других замечательных призов. Заходите на сайт канала Disney и участвуйте в конкурсе. А у вас что новенького? Что новенького?